презентация Apple Event была на одном дыхании. Что нам представили? Заставку Apple TV+, то какие у нас выпустили фильмы, затем демонстрировали спортивный канал Friday Night Baseball, то есть бейсбол доступный на iPhone, iPad и Apple TV+, естественно. Дальше нам предоставили новый чип Apple Silicon A15 Bionic на новый iPhone SE 3 или iPhone SE 2022. Новый iPad Air также на чипе M1, тот, что на iPad Pro. Новые чипы для iMac, Mac, MacBook, MacBook Air и так далее. То есть это будут три новых чипа: M1 Pro, M1 Pro Max и M1 Ultra. Новый Mac Studio на чипе M1 Max и M1 Ultra. Специально изготовлены для работы дома и не только. Работа с музыкой, фото, видео и это все в студио. То есть для профессиональной работы. И точно так же к новой Mac Studio нам Studio Display 5K Retina и Mac Studio. И вот, в принципе, вся наша презентация, ребята. Конечно же, предзаказы у нас по Mac Studio уже сейчас, но с 18 марта в магазинах. Все остальное точно так же в пятницу предзаказ, остальное 18 марта уже можно купить в магазинах Apple.